Холодец говяжий. Ингредиенты. 1 кг мясной обрези, голяшки, 2 морковки, 1 луковица, 1 головка чеснока, корень петрушки, лавровый лист, перец горошком, соль. Приготовление. Говяжьи ножки промыть, разрубить на куски, варить 4-5 часов на медленном огне, снимая пену. В конце варки добавить порезанную морковь, лавровый лист, петрушку, перец, соль. Вынуть из бульона мясо, процедить. Мясо отделить от костей, мелко порезать, положить в бульон. Добавить мелко порезанный чеснок, посолить. Холодец охладить, разлить по лоткам, поставить в холодильник до застывания. Подавать с хреном, горчицей.